Привет, и сегодня я вам покажу и расскажу, как попасть в здание ФБР в GTA Online. Для этого вам потребуется каргобоб, как вы видите уже. Вы его можете раздобыть на военной, точнее не на военной базе, а на аэродроме вот здесь вот. Либо вот здесь он спаунится. Либо, если он скуплен, просто вызовите свой каргобоб. Либо угоните с базы, то есть это тоже вариант, он тоже там есть, тоже там спаунится. Вот с этой базы, вот здесь вот. Да, кажется, здесь. Так вот, что нам требуется сделать? Вот так вот приземляемся. Аккуратненько. Чтобы у нас было расстояние между... Ну, короче, было, чтобы было расстояние под вертолетом. То есть вот как-то так, что ли. Вылезаем. Так. Потом... Так, у меня пассивный режим включен. Я отключу сейчас. В принципе, ничего сложного не должно быть. Вот так вот вертолет ставим. Берем пушку. Нацеливаемся. И катимся. Падаем. И нас затягивают в здание. Все, вот мы в здании ФБР. Ничего сложного абсолютно. Просто берем каргобоб, ставим его так же, как на видео в самом начале. Под ним заходим с пушкой любой, желательно с пистолетом, конечно. Встаете под ним и делаете перекат. Ваш персонаж будет падать, и его затянет сюда, в текстурке здания ФБР. Так, что тут вообще? Какие у нас тут двери открыты? Ну, тут можно походить, компы, правда, не работают. Так, где там мой фонарик? Не помню, где он там был. А, во. Так, тут закрыто это серверное. Тут какие-то портреты. Наверное, какие-нибудь главы управляющие. Скорее всего. Угу. Какие-то незнакомые лица все. Тут опять те же самые. Кстати, вот этот чувак черный похож на актера из фильма «Тихоокеанский рубеж». Этот майор Пентекост, или как его там, точно не помню, называется. Вот очень на него похож почему-то. Так, ФБР. Нет, лиц знакомых нету. Вообще никаких. То есть практически одинаковые портреты везде висят. Так, сюда нельзя. Так, а сюда выйти можно? Можно. Ну вот, опять одно и то же тут. 53 этаж, что ли? Обалдеть. Так, сюда тоже нельзя. Так. О, тут до сих пор сигналка фигачит, типа противопожарная тревога. Обалдеть. Вон, смотрите. Блин, забавно получается, конечно. Так, опять ФБР. Американские флаги. Так, ну у нас тут лестница доступна. Как в этом... Не помню, игра там называется. СКП, кажется. Спуск по лестницам напоминает вот именно это. Значит, у нас тут все этажи доступны или только этажи, по которым мы проходили. Блин, не помню, надо будет потом побегать. Внимательно посмотреть, что тут, куда можно вообще. Такая массивная текстурка. Так, закрыто. 51 этаж. Скорее всего, тоже закрыто. Значит, похоже, можно ходить только сквозь деревянные двери. Все остальные железные двери закрыты. Блин, так неужели они тут 49 этажей все и все закрытые двери? Только это гребаная лестница. Как в СКП, действительно. 48-й. 47-й. О, 47-й этаж. А, мы же с 47-го, по-моему, и заходили, когда в этом, в синглплеере, там, миссия-то, кажется, через 47-й этаж они спускались там, не помню как точно. Тут рации. Тут до сих пор тоже этот мигает, противопожарная тревога.
Так, значит, мы сейчас на 47-м этаже. Так, чё тут вообще? Хм, со стороны сюда нельзя. Интересно было бы, если еще персонаж бы задыхался бы и помирал бы от недостачи кислорода, потому что здесь же кислорода нету. Тоже типа все в дыму. Ну, это как бы по сюжету было. Хотя и сейчас вроде бы так. Так, тут как будто тут Растамана накурили. Не знаю. Так, выход. Этаж 47. Лифты тоже не работают. Ни хрена себе, лифт работает. Нифига себе, вот это что-то новенькое. Так, сюда нельзя. Так, 47 этаж. Там опять дверь. Так, эта дверь закрыта. Так, лифт работает только один. Понятно. Так, 47 этаж, да. Так, ну-ка зайдем в лифт. Так, и что должно случиться? А, типа он просто открывается и все. Он никуда не едет. Блин, вот в Human Labs, короче, там заходишь в лифт, когда миссии, ну то есть эти задания маньяки, ну эти противоборства, и там заходишь в лифт, и он опускается автоматически. Тут же он ничего не хочет делать абсолютно. То есть только тут двери открываются и все. Ну вот такая вот локация, не знаю, поподробнее побегаю, посмотрю, что тут еще можно найти. Я же как бы там не пошел, сразу стал спускаться вниз. Посмотрю еще, ну, ничего сложного нет, вам только потребуется каргабоб, и смотрите все как в начале, то есть делайте шаг за шагом, у вас все получится, ничего сложного нету, и сможете войти в здание ФБР, побегать, посмотреть, можно спрятаться от кого-то, если вас все достали просто, или походить, посмотреть что-нибудь поподробнее, что вы пропустили, может быть, что-то интересное найдете. Так что вот так вот. Так, блин, подниматься еще дофига. Ну, так что... Что я могу сказать? Пробуйте и как получится. Я уверен, что у всех все получится, никаких проблем не будет. И спасибо за просмотр. Всем пока.